В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и проекта формирования комфортной городской среды у нас завершается работа, и в принципе они уже практически на всех объектах завершены. Там осталось несколько территорий, которые нужно довести. Сейчас идет приемка работ по дворовым территориям, и нужно сказать, что здесь, конечно же, по финансированию есть возможность перераспределять средства и, скажем так, в большей степени уделять внимание общественным территориям, нежели чем дворовым пространствам. Но, тем не менее, про дворы мы тоже не забываем. Это очень важная составляющая жизни людей. И мне кажется, что здесь в любом случае какой-то процент софинансирования мы всегда должны предусматривать. А основные мероприятия, которые проводятся в рамках благоустройства дворовых территорий, это асфальтирование, благоустройство зон отдыха, рекреации, озеленение и освещение территорий.